Добрый вечер, семья. Выходите вперед. Давайте будем начинать молитву. Погрузись в Него. Погрузись в Его славу. Погрузись в Его покой. Нет ничего лучше, чтобы знать и абсолютно ощущать, что Бог на твоей стороне, что Он всегда с тобой. Он любит тебя. Он ценит тобой. Он хочет быть с тобой. Вся вселенная вращается вокруг Бога. Можешь себе представить, а Бог вращается вокруг человека. Нам еще предстоит понять эту ненормальную любовь Бога к человеку. Я до сих пор не могу ее понять, по-настоящему понять. Что такого имеет человек, что все творение Бога, включая Бога, вращается вокруг человека. И только по этой причине хочется отдать Ему всю свою жизнь. Все, что ты имеешь, все, что ты знаешь, все свое существо, кем ты в реальности являешься. Познать Его. Познавать Его. Продолжать познавать и познавать Его. Пусть сегодня Его слава, пусть сегодня Его присутствие окутает тебя. Пусть сегодня ничего, пусть ничего не будет в твоем сознании сейчас, кроме Иисуса Христа. Церковь, нам еще предстоит отвоевать свое сознание, которое, как бушующее море, имеет в себе все и такие крохи Бога. Нам еще предстоит с вами понять, что такое человек, чье сознание полностью захвачено Богом. Именно мое сознание. Потому что Библия четко говорит, Иисус четко говорит, самая огромная, самая наибольшая заповедь: возлюби Господа Бога твоего всем разумением, крепостью, всем сердцем. Именно разумением, именно возлюбить Бога разумом. Пропитаться настолько любовью к Нему, что именно в твоем сознании нет ничему другому места, кроме твоего любимого. Он любит тебя. Он любит тебя. Святой, мы здесь, чтобы вместе с семьей поклониться тебе. Любимый, мы здесь, чтобы увидеть твое царство на этой земле. Мы жаждем видеть посвящение в теле Христа, которого мы не наблюдали еще никогда. Любимый, захвати нас. Любимый, захвати нас. Любимый, захвати нас. Абсолютно захвати нас. Мы жаждем быть погруженными в Тебя. Мы жаждем жить Тобой, дышать Тобой. О, Ты наша жизнь, Ты наша сила, Ты наша пища, Ты наше питье. Любимый, сделай нас настолько зависимыми от голоса и присутствия Твоего, что никто из нас не захочет, а не сможет провести ни одного дня без Тебя. Бог, я прошу Тебя, захвати нас. Вся эта жизнь — это пар. Все интересы в ней —
это пар, приходящий на малое время и потом исчезающий. Наши жизни имеют смысл только тогда, когда они посвящены и отданы Тебе. В нас входит ингредиент, который делает нашу жизнь. Он дает ей смысл. Смысл для существования. Бог, наполни нас собой. Наполни наши жизни собой. Наполни наше сознание Тобой, любимый. О, вся наша цель – это погрузиться в Тебя. Вся наша цель – это быть захваченными Тобой. Вся наша борьба на земле. Сколько Тебя во мне и сколько еще меня во мне. Любимый, захватывай, захватывай, покоряй, побеждай меня. Я жажду быть побежденный Тобой. Потому что я Твой. Потому что я Твой. Я жажду быть захваченным Тобой. Это цель моей жизни. Это цель для моего существования. Я Твой. Я Твой. Я Твой. Возьми меня с собой, я Твой, любимый, я Твой. Нам не нужны ритуалы, нам не нужны традиции. Мы не хотим отбывать время. Мы здесь, чтобы встретиться с Тобой опять и опять и опять, любимый. Мы не здесь, чтобы заткнуть нашу совесть, что я был на молитве. Мы здесь только по одной причине – встретиться с Тобой. Наша цель – каждый день быть с Тобой, лично или корпоративно, Бог, я Твой. Я хочу быть захвачен Тобой. О, мы видим это поколение, которому у дьявола нет ключей, потому что они захвачены Тобой. Они покорены Тобой, они побеждены Тобой, они влюблены в Тебя. Я Твой, я Твой. Поднимай, поднимай, Господь, своих сыновей, поднимай своих детей. Этот мир нуждается в тех, кто будет отображать Тебя. О, как этот мир нуждается в тех, которые будут слиты с Тобой, отображать Тебя. Бог, пропитай меня собой. Любимый, пропитай меня собой, чтобы не видели меня, не слышали меня. Чтобы был только Ты, любимый. Только Ты, любимый. Настолько захвати меня и доминируй мной. Доминируй надо мной. Чтобы не слышали меня и не видели человека. Чтобы все видели Тебя. Это секрет доминации Бога. Это секрет трансформации. И уже не я, но Он. Людям кажется, что если они приблизятся к Богу, то они станут известными. Ты не понял, ты умираешь. Известным становится Он. И это наша цель, наша мечта. Это наш смысл для жизни. О, любимый, я донор для Духа Твоего. Я здесь, чтобы через это тело, через эти уста, через все, что я могу делать, прославился Сын Твой, любимый Бог. Прославился Сын Твой. Мы все рождены стать донорами для Сына Бога, стать Его телом, стать Его устами, стать Его глазами,
чтобы через Тебя Он ходил по этой земле. Это наша цель. О, не чтобы Ты и я состоялись. Выбрось эту чушь из своей головы. Мы здесь, чтобы состоялся Христос. Мы здесь, чтобы состоялся Христос. А это начнется с того момента, когда ты начнешь умирать. Поддашься процессу смерти. И каждым днем Его будет становиться больше. И тебя будет становиться меньше. Но поверь, это стоит того. О, как это стоит того! Потому что когда Он движется по этой земле, Он берет тебя с собой. Посвяти Ему всю жизнь свою. Перестань играться в церковь. Перестань играться в эти игры. Ты не на том месте. Ты не в том обществе. Отдай Ему все. Я имею в виду все. Свое сознание, уши, глаза, уста, сердце, тело. Отдай Ему жизнь. О, это наша мечта. Чтобы Сын был прославлен через наши тела, через те таланты, которые были даны нам, чтобы когда Сын войдет в тебя и в меня, чтобы Он употребил этот талант, чтобы через Него, чтобы Он был активирован. Иисус активирует это все в тебе в 1000 раз больше, чем ты когда-либо смог активировать это. Талантливые люди даже не представляют, что твой талант всего лишь приведет тебя не так уж далеко. Но когда этот талант будет захвачен небом, когда этот дар будет оккупирован Духом Бога, когда твое тело будет занято, оно будет занято им, оно будет тотально покорено Ему. О, как Он много сможет сделать! О, любимый мой, я донор твой, возьми меня с собой. Я ничего не хочу без тебя, любимый мой. Я тело для тебя. О, я донор для тебя, возьми меня. Употреби меня, вычисти меня, очисть меня и возьми меня с собой. Живи вместо меня, ходи вместо меня, служи вместо меня, любимый. Я с каждым днем приближаюсь к тебе ближе. Цель моей жизни — быть захваченным тобой и не отдать тебе остатки дряхлого старика, а отдать тебе молодость, отдать тебе самые лучшие годы жизни моей, любимый. Это жертва для тебя, это подарок для тебя. Возьми и употреби нас. Проведи наши сердца через процесс, чтобы ничего не смогло уничтожить нас. Приведи нас в тотальную смерть своего «я». Пусть только ты, только ты, только ты движешься. Только ты, любимый. О, собирай, Господь, тех. Собирай на это место тех, которые действительно хотят служить тебе. Не церковная политика, никто на каких позициях добился, не те, кто рвутся вперед на кафедру, на сцену, за инструмент, за микрофон. Бог, это противно. Мы здесь, чтобы ты оккупировал нас. Мы здесь, чтобы быть захваченными тобой. О, любимый мой! Просто проси Его сейчас. Проси Его сейчас. Скажи Ему, я твой. Я твой. Я твой. Посвяти Ему свою жизнь еще раз. Скажи Ему, я твой. Пообещай Ему, что ты поддашься процессу. Ты не будешь противостоять. Ты сделаешь то, что Он попросит тебя. Он насильно ничего не будет делать. Это с твоим согласием, с твоим решением. Ты должен сказать Ему «да», и ты будешь удивлен,
что Он сможет сделать с твоей жизнью. Ты будешь удивлен, как далеко Он сможет повести тебя. Ты сам в жизни никогда не дойдешь туда, ни со связями, ни с дипломами, ни с деньгами. Как далеко Бог может взять тебя? Но Ему нужно твое абсолютное согласие, твое посвящение, твоя смерть для себя. Я твой, святой, я твой, святой, 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 я твой, о, я твой. Еще раз и еще раз скажи Ему, как ты любишь Его. Если между тобой и Богом выросло расстояние, появилась причина, сдвинь ее, разрушь это расстояние. Он хочет быть в твоей жизни номер один. Бог не спас тебя, чтобы быть номер два, номер три. Он не спас тебя, чтобы быть на заднем сиденье твоей машины. Он спас тебя, чтобы быть за рулем. Он хочет быть главным действующим лицом. Он хочет быть главным персонажем в фильме твоей жизни. Он хочет играть главную роль в фильме твоей жизни. Позволь ему занять его место. О, любимый! О, любимый! Славь его, славь его! Просто заваливай его комплиментами, как ты любишь его, как ты ценишь им. Святой, 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 я твой, любимый, превознесенный Бог. Мы здесь для тебя. Мы увидим движение сынов Бога. Долой церковную политику, религию. Долой, Господь, мы все традиции, все правила, законы и уставы. Пусть на первом месте будут отношения с Иисусом Христом. Это то, для чего мы рождены. Это то, для чего Бог родил центр трансформации, чтобы мы знакомили людей не с собой, чтобы через нас тек Он, чтобы тек Он, чтобы захватывал Он, чтобы Его сделать номер один, чтобы небеса пребывали на этом месте, чтобы слава Его текла через экраны телевизоров, компьютеров, телефонов. Отец, пусть Твоя слава течет. Мы здесь для одной цели, любимый, сделать Тебя известным. Мы здесь для одной единственной цели, сделать Тебя популярным. Не наши грязные мотивы, цели, которые мы прикрываем якобы служением Богу. Бог, убей это эго, убей это я. Мы ничего не хотим, кроме Тебя. Мы ничего не желаем, кроме как прославить имя Твое. Мы ничего, ничего, ничего не хотим без Тебя. И это реальность. И это реальность. Нам ничего без Тебя не нужно. Нам ничего без Тебя не интересно. Мы зашли в ту фазу, где никто из нас больше не хочет играть в церковные игры и политику. Мы здесь для одной единственной цели — увидеть движение Бога на этой земле. Мы здесь для одной единственной цели — увидеть урожай, которого еще не было на этой земле. Мы здесь, чтобы увидеть молодое поколение, захваченное огнем Бога. И никакие уставы, традиции, проповеди это не сделают. Это сделает Дух Бога, который живет здесь. Это может сделать только Он. И я молю Бога прямо сейчас, так как весь этот год мы посвятили молитве о молодых душах, о жатве молодого поколения. Бог, захвати! Зажги! Поймай их у их эксбаксов!
компьютеров, игр, телефонов. Бог, захвати их, где бы они ни находились. Захвати их сверхъестественно. Не нашими словами убеждения, но Духом Твоим. Духом Твоим. Мы ходатайствуем о движении Бога в молодом поколении. Мы ходатайствуем, чтобы поднялись те, кто станут голосами для этого поколения. Мы хотим увидеть тех, Господь, которые отдадут свои молодые годы, чтобы увидеть огонь Бога в этом поколении, которое пожертвует себя, пожертвует своей карьерой, пожертвует свои мечты и планы, чтобы разбогатеть, пожертвует все ради движения Бога на этой земле. Мы верим, что поднимается это поколение. Неважно, сколько лет это займет, мы будем это пророчествовать, будем молиться и утверждать. Зреет это поколение. Оно поднимется во что бы то ни стало. Этот сезон жатвы настанет. Этот сезон движения Бога настанет. Ровно как годы и годы была засуха и отстой, религиозный маразм. Очень скоро начнется жизнь. И эти истоки жизни просто захватят все. Это потоп затопит все. И религиозные церкви, традиционные церкви, те, кто противостоял, все будут затоплены славой Бога. Этому движению никто не сможет противостоять. Этому движению Бога никто не может противостоять. О, если кто-то может остановить движение Бога, это не движение Бога. Когда оно начнется, все будут захвачены. И католики, и православные, и пятидесятники, и баптисты, и лютеране, и харизматы. Все будут захвачены Богом. Все будут потоплены в Его славе. Все. Это слава Бога, этот океан, Он сравняет всех. Не будут уже различаться, кто есть кто. Все будут без ума потоплены Богом. О, мы это видим, любимые. Это движение не приготовлено Богом для какой-то деноминации. Давайте вырастем из этого детского маразма. Это предназначено для всех сыновей и детей Бога, которые страдают, которые еще страдают в религии, потому что у них даже нет другого шанса услышать о живом Боге. Все, что они знают, это то, что им рассказали. Но я верю, меняется сезон. Меняется время, где сам Бог будет встречаться со своими детьми. Вот где не нужно будет спорить, кто кого слушает, кто вам кого поддерживает. Потому что сам Иисус будет являться своим детям. Сам Христос будет являться в видениях, во снах. Сам Иисус будет просто приходить наяву и захватывать своих детей своими мечтами, своим словом, своим огнем. Я знаю, этим встречам никто не сможет противостоять. Все остальное можно просто сбить, договорить, уговорить и сбить. Но я знаю, когда Христос сам лично войдет в жизни своих детей, никто и никогда не сможет отговорить, потому что ты видел Его реально. Ты встретился с Ним по-настоящему. Его голос для тебя реальней, чем голос пастора, чем голос лидера, апостола. Его голос для тебя самый главный. Скоро его голос станет громче голосов апостолов, громче голосов пасторов, самых лучших апостолов. Поверьте, никакой самый лучший апостол, пастор и духовный отец не заменит Иисуса Христа. Вот о чем мы молимся, вот о чем мы просим, вот в чем мы стоим, вот на чем мы основаны. Бог, откройся лично своим детям. Бог, войди лично в жизни своих детей. О, мы ждем эти внезапные встречи.
внезапные встречи, нечаянные встречи, но кто-то должен прямо сейчас ходатайствовать в судебном зале Бога и просто умолять Бога высвободить эту славу на это поколение. И этими людьми являемся мы. Мы прямо сейчас становимся в этом тронном зале и просим Бога высвободить то, что Он обещал. Он обещал. Он обещал, что Его слава будет двигаться по этой земле. Он обещал, что лично будет приходить к своим детям, но кто-то должен напоминать и напоминать и напоминать Ему. О, мы напоминаем, Тебе, любимый, прямо сейчас. Мы напоминаем. Мы знаем, что Ты не забыл, но Тебе нужен кто-то, кто должен, кто сможет, кто будет стоять в проломе и напоминать Тебе о Твоем обещании. Бог, ворвись в жизни наших детей, ворвись в жизни этого поколения, Бог. Я знаю, что все, что мы делаем, это бессильно. Мы ждем Дух Твой, мы ждем силу Твою, мы ждем славу Твою. Вот что в реальности может привести в движение это поколение. Никакая подделка, никакая имитация, не те, кто просто хотят заработать деньги на Царстве Бога. Никто не коснется этого. Это зарезервировано для абсолютных доноров. А зарезервировано для детей Бога это те, которые ничего не хотят, кроме Него. Вот почему ты проходишь сейчас эти вообще странные вещи. Вот почему ты сейчас сидишь в темном углу дома и кричишь: «Бог, сколько можно еще ждать?» Это потому, что Бог, Он наблюдает сейчас за твоим сердцем. Потому что дело идет не потому, что Бог хочет тебе доверить машину, дом, деньги или отношения. Бог смотрит, кому Он сможет доверить нацию, сердца нации. Он смотрит, кому в реальности Он сможет доверить голос для этого поколения. Он смотрит, найдет ли Он верных, найдет ли Он преданных, найдет ли Он реально тех, которые стоят в вере на этой земле, которые не сдадутся, которые будут стоять до конца, несмотря ни на что. Потому что это стоит, Его обещание стоит. Стоит дождаться своего Исаака, стоит дождаться своего сына от Бога. Все, что приходит от Бога, никогда не было легким. Все, что приходит от Бога, всегда имеет огромную цену. Все, что приходит от Бога, Бог хочет знать, что когда Он доверяет это тебе, что у тебя кроме этого больше ничего нет, и ты ничего не хочешь. Он хочет увидеть, когда ты найдешь это сокровище на поле, сможешь ли ты вернуться, продать все и купить это поле с этим сокровищем. Он хочет увидеть, сможешь ли ты найти эту дорогую жемчужину, где-то у купца, там увидеть то, что действительно душа желала твоя, искала твое сердце всю твою жизнь. Сможешь ли ты пойти и отдать все? Царство Бога очень уникально, оно никогда не имеет цифры. В нем нет цифры, ты не можешь его купить за сумму. Там есть одна фраза: оно стоит всего. Ровно твое все, неважно, какое все у меня, все у тебя и все у соседа справа и слева, тебе все будет стоить. Любимый, я хочу видеть славу твою на этой земле. Я прямо сейчас молюсь за тех, кто устал. Я прямо сейчас слышу твою молитву. Ты сидишь и говоришь: я устал, Бог, я больше не могу. Ты оборачиваешься назад, и ты говоришь: Бог, да мне даже идти некуда. И ты ловишь себя в каком-то вакууме, в пустоте, в тьме, в боли.
И ты не можешь понять, что с тобой сейчас происходит. Я прям слышу сейчас твою молитву. Ты говоришь: Бог, я устал. И эта усталость настолько неземная. Она настолько глубокая, огромная и тяжелая. Но Бог прямо сейчас тебе говорит: сын, жди, дочь, жди. Я с тобой. Я никуда не уходил. Мои планы и мечты для тебя никогда не изменились. И то, что я говорил тебе много лет назад, все так и остается в силе. Все, что от тебя требуется, это быть проверенным ожиданием. Потому что если ты действительно любишь единственного, ты дождешься единственного. Но те, кто не дождутся, они поменяют Бога на что-то другое. Вот почему ожидание – самый тяжелый тест в Царстве Бога. Потому что, чтобы ожидать, нужно знать, что ты ожидаешь, и никогда не разменяться ни на что другое. Сколько я знаю людей, которые ждали, 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 потом сказали: да нет, мы лучше займемся чем-то другим. И именно вот это Бог и ждет. Ты или займешься чем-то другим, или ты скажешь: Бог, я умру, но я дождусь тебя и твое обещание. Он хочет выдавить из тебя просто последнюю каплю твоего эго, твое я и всего, чего хочешь ты. Поэтому тест временем самый неприятный, длительный. Он никогда не дает тебе покоя. Этот тест, этот экзамен, он висит над тобой каждый день. И ты, просыпаясь, говоришь: Бог, ну когда же? А он говорит: сынок, доченька, жди. Я с тобой. Я с тобой. Я с тобой. Я прошу прямо сейчас Духа Святого укрепить всех, кто на грани разочарования, кто на грани того, чтобы просто опустить свои руки. Это не только относится к тем, кто здесь. Я молюсь прямо сейчас за тех, кто в онлайне с нами, за тех, кто будет смотреть это повторе. Я молюсь прямо сейчас. Пусть Бог укрепит твои ноги и твои руки, но более всего пусть Он укрепит твой дух. Пусть Он укрепит твой дух. Я дождусь Его обещания. Некоторые ждут год, некоторые ждут два. Я жду с 93-го года. Я жду Его обещания с 93-го года. Это когда Он мне пообещал. И не просто пообещал, Он показал мне картины. И эти картины не покидают меня ни одного дня с 93-го года. Эти картины по сей день свежие в моем сознании. Они до сих пор реальнее реальной жизни. Сколько раз с 93-го года приходила мысль: Бог, я просто устал. Найди кого-то другого. А Иисус приходит, обнимает тебя, опять говорит: сынок, доченька, подожди еще. Я готовлю твое сердце. Я довожу тебя до того состояния, где кроме меня ты больше не будешь ничего желать и хотеть. Я абсолютно твой любимый. И вы знаете, с того времени я начал молиться этой молитвой. Иисус, я твой. Что скажешь, сделаю, куда пошлешь, пойду. Я абсолютно твой. Ты скажешь мне ждать, я буду послушен твоему слову. Ты скажешь говорить, я буду послушен твоему слову. Ты скажешь стоять на месте, я буду послушен твоему слову. Я не дам никаким людям вмешаться в мое сознание и перекричать твой голос. Я знаю, что нет людей, которые надеялись на тебя всю свою жизнь, которые сделали ставку на тебя и были кинуты тобой, и были оставлены тобой. Таких людей нет на земле. Все, кто возложили свою надежду на Иисуса Христа, они не будут посрамлены никогда.
никогда. И поэтому я покорно буду ждать и делать то, к чему я призван. Покорно ждать и быть послушным того, что Он мне доверил на данный момент. Я не буду спешить, я не буду разочаровываться. Я буду стоять и делать то, что Он сказал мне делать. И только Он способен изменить все. И только Ему я отдаю мою жизнь в руки. Спасибо Тебе, любимый. Если бы мы с вами только понимали, что мы рождаем, если бы только понимали, что действительно, чего первопроходцами мы действительно являемся, мы с вами дважды пройдем этот путь. Потому что каждая спасенная душа, это движение Бога, которое должно вытечь на эту землю, оно стоит того, оно стоит всей этой цены, оно стоит этих лет, оно стоит каждой молитвы, каждого поста, каждой жертвы, оно стоит всего. Любимый, мы абсолютно Твои. Святой, я воздаю Тебе славу. Я воздаю Тебе славу. Я воздаю Тебе славу. Тебя, любовь, мы здесь ради Тебя, мы захвачены откровением Твоего Сына, Отец. Ты сводишь нас с ума одним именем Твоего Сына. Мы захвачены, Бог, мы захвачены Иисусом, мы захвачены Твоим Сыном, родной. Мы здесь, потому что мы влюблены в Тебя. Мы здесь, потому что ничего другое не привлекает нас. Мы здесь, потому что наши жизни отданы Тебе. Мы здесь, потому что мы не хотим ничего другого. Мы здесь ради Тебя. Это время поклонения, это время отдачи. Это время для Тебя. Спасибо, родной. Я настолько счастлива, что ты погружаешь свое тело сейчас все глубже и глубже в откровение Сына. Я слышу отголоски Его имени в этом поколении. Я слышу, как это откровение захватывает и захватывает эту нацию. Твоих детей, Твоих сыновей, Твоих дочерей. Спасибо, Отец, за то, что мы начинаем видеть, как это откровение проникает в молодые жизни. Спасибо, Отец, за то, что мы слышим отголоски того, как Твоя жажда начинает захватывать Твоих детей. За то, что поднимаются из могил те, которые были равнодушные. Спасибо, что поднимаются те, которым было наплевать, которые не понимали, которые не хотели ничего слышать, которые были удовлетворены, Бог. Спасибо, что прямо сейчас Ты поднимаешь тех, у которых не было никакого желания, Бог. Мы слышим сейчас голоса тех, которые начинают подниматься от земли. Спасибо за этот ненормальный дикий голод, который ты поднимаешь в твоих детях, Бог. За то, что ты поднимаешь тех, которые никогда, никогда по своему желанию не пришли бы к тебе. Но ты тот, который даешь голод. Ты тот, который даешь желание. Спасибо тебе за то, что это результаты молитв, за то, что это отголоски молитв, а за то, что это отголоски того голода, того крика, Отец, который был вот здесь,
за то, что мы много лет кричали в наше поколение. Мы взывали к Тебе, мы пророчествовали, мы провозглашали. И сейчас мы начинаем видеть тех, которые поднимаются, те, которые услышали этот голос, те, которые сейчас поднимаются и начинают идти на свет. О, спасибо, Бог! Спасибо, родной! Спасибо, любимый! Я благодарю Тебя за откровение Твоего Сына! За откровение Твоего Сына, которое захватывает это поколение! Это не просто желание прийти в церковь! Это безудержное! Это безудержное желание знать Тебя! Знать Тебя как Личность! Знать Тебя как Личность, Иисус! Спасибо Тебе за то, что Ты верный! За то, что на голос Твой соберутся многие! Что пред именем Твоим преклонятся все! Спасибо, Отец! Спасибо, родной. Бог, мы ходатайствуем за наше поколение. Мы продолжаем молиться, мы продолжаем звать, мы продолжаем кричать, мы продолжаем говорить. Бог, мы те, которые будут продолжать кричать. Мы те, которые не остановятся. Бог, просто перед моими глазами то время, когда Ты сказал пророку, чтобы он пошел к царю и сказал: возьми эти стрелы и начинай стрелять. Бог, я прошу Тебя, пускай мы будем теми, которые не перестанут стрелять, которые будут выпускать эти стрелы одну за другой, которые не перестанут, которые будут стрелять до тех пор, пока они не увидят победу, пока они не увидят это поколение в огне. Мы те, которые не перестанем. Мы те, которые будем бить. Мы те, которые будем стрелять. Мы те, которые не перестанем, Отец. Потому что Ты вложил в нас этот голод. Ты вложил в нас эту жажду. Это не просто мы. Это не просто наше желание. Это Твое сердце кричит нас. Это Твое сердце, Отец. Это Твое сердце кричит нас. Это Твое сердце зовет. Это Твое сердце зовет к себе сыновей. Это Твое сердце зовет дочерей. Это Твое сердце зовет взрослых сыновей и дочерей. Спасибо, родной, что церковь взрослеет, что церковь взрослеет, Бог, что церковь переходит за этот уровень детства, что приходит взрослый возраст. Спасибо за эту зрелость, за эту мудрость, которая, Отец, приходит в Твое тело. Спасибо, что Ты поднимаешь зрелых. Спасибо, что Ты поднимаешь мудрых, ответственных, понимающих то, куда они идут, понимающих то, что они делают. Мы благодарны Тебе, Бог. Спасибо Тебе, родной, что Ты поднимаешь тело, которое поднимается на уровень самого Сына, что Ты поднимаешь сыновей, которые станут рядом с Тобой, которых Ты не будешь стыдиться, Отец, которые будут точно такие, как Твой Сын. Спасибо за то, что те, которые были в старом Адаме, сейчас соединяются с новым Адамом. Спасибо Тебе, Бог, за это единение. Спасибо, родной. Спасибо, родной. Спасибо. Я верю, что Ты сейчас поднимаешь
Это зрелое поколение. Это зрелое поколение. Бог, за то, что вместо воинов сейчас поднимаются настоящие сыновья. А сыновья — это те, которые входят в наследие Отца. Сыновья — это те, которые перестают клянчить, которые перестают тянуть все на себя. Сыновья — это те, которые знают, кто они, которые говорят с позиции самого Иисуса, которые пророчествуют с позиции неба. Сыновья — это те, которым открыт доступ. Сыновья — это те, которые вошли в открытую дверь. Спасибо тебе за этот зрелый возраст сыновей, которые покажут пример тем, которые сейчас только поднимаются, только просыпаются, только открывают глаза, только зажигаются тобою, только начинают видеть свет. Бог, спасибо тебе за то, что мы те, которым ты доверил пойти первыми. Спасибо, Отец. Спасибо, что ты доверил нам столько много. Бог, спасибо за то, что ты дал нам способность пройти, устоять, просто быть крепкими в тебе, смотреть на тебя, взирать на тебя. Бог, видит тебя в центре всего. Мы поклоняемся тебе. Мы поклоняемся тебе. Потому что, когда мы поклоняемся тебе, мы превращаемся в твой образ. Только поклоняясь тебе, мы превращаемся в твой образ. Бог, церковь так долго была похожа на того, кому она поклонялась. Она была пустой, потому что она поклонялась пустоте. Бог, ее целью была пустота. Ее целью были деньги. Ее целью были позиции. Ее целью было достичь чего-то своего. И она превратилась в то, на что она смотрела. Но я верю, что сейчас поднимаются поклонники, в центре у которых агнец закланный, чьи глаза устремлены на льва из колена Иудина. И они превращаются в его образ. Это зрелые сыновья, похожие на льва. Это зрелые сыновья, не боящиеся ничего. Это зрелые сыновья, которые умеют пророчествовать, которые сводят небо на эту землю. Это зрелые сыновья, чьи глаза устремлены на глаза любимого. О, из уст которых выходит пламя. И мы сегодня не боимся пророчествовать. Мы пророчествуем и говорим в наше поколение. О, ты поднимешься для Иисуса. Ты поднимешься для Иисуса. Ты отдашь ему свою жизнь. Бог перерисует твою судьбу. Он даст тебе направление. Он даст тебе страсть. Он даст огонь в твои глаза. Он сделает тебя ненормальной ради него. О, это поколение сойдет с ума по Иисусу. Это поколение сойдет с ума по своему Богу. Это поколение будет поклоняться так, как не поклонялся еще никто. Это поколение будет ненормальными, сумасшедшими, оторванными для своего Бога, о, пропитанными небом, о, одержимыми Святым Духом. У них из чрева потечет река жизни. Потечет река жизни. Это будут те, которые будут кормить народы. Это будут те, на которых будут расти эти листья на исцеление народов. Это те, которые будут пить из реки жизни. Это те, которые научатся танцевать в присутствии Бога, как танцевал Давид, несмотря ни на кого. О, это ненормальное поколение для Иисуса. Я
я сейчас высыпаю из мира тех, которые были призваны Богом. Я говорю в их судьбу. Я говорю в их судьбу. Я говорю в их судьбу. Как та, что носит имя самого Бога, как дочь царя, я говорю вам подняться. Я говорю вам подняться и выйти на свободу. Я говорю вам войти в ваше предназначение, войти в вашу судьбу, открыть ваши глаза. Пусть будет сорвана завеса, пусть откроются глаза, пусть откроются глаза, увидит свет. О, Бог, вложи в них этот голод. Я прошу Тебя за наших детей, за наших подростков, за нашу молодежь. Бог, я прошу Тебя, мое сердце просто рвется на куски. Мы как Твоя церковь, как Твое тело, как родители, как учителя, как воспитатели. Мы просто просим Тебя, Отец, захвати их своим духом. Захвати их своим духом. Подними это поколение для себя. Подними это поколение для себя. О, подними это поколение для себя, Бог. Начинай встречаться с ними. Проводи их через дикие ненормальные встречи с Тобою, после которого их жизни будут радикально меняться, Отец. Встречайся с ними, переворачивай их судьбы, переворачивай их жизни. Пусть на место страсти к миру придет страсть по тебе, сумасшедшая. Пусть они перерастут родителей, пускай они станут выше, чем мы. Пусть их не голод превзойдет нашего голода, Бог. Пускай мы будем в шоке от того, как наши дети поклоняются своему царю, как они любят его, как они захвачены им. На их устах будет только имя святого. В их устах будет только имя святого, имя прославленного, имя Агнца, имя царя, имя самого Бога. О, Отец, это те, которым споют новую песню, новую песню, новую песню, новую песню своему любимому. О, это наше поколение, это наше наследие, это наши дети, это наши дети, это наше наследие. О, we claim them in the name of Jesus, we claim them in the name of Jesus. Это наше поколение, рожденное для Тебя, порожденное для Тебя, рожденное для Тебя, Отец. Спасибо, Бог, что сейчас, может быть, они еще не понимают того, что мы говорим. Бог, потому что не наши слова меняют, но меняет Твой Дух. Ты один знаешь, как с ними говорить. Ты один знаешь, как их звать. Бог, я просто в шоке от того, что Ты начинаешь сейчас делать. От того, какие свидетельства мы слышим, как Ты касаешься жизни. О, спасибо, Отец, как Ты ходишь по рядам, как Ты ходишь по домам, как Ты зовешь их ночью, как Ты говоришь в их судьбах, как Ты приносишь им неудовлетворение. Бог, как все начинает становиться им неинтересным, потому что глаза Иисуса устремлены на это поколение. Глаза Иисуса устремлены на это поколение. О, царь изнемогает от любви. О, царь изнемогает от любви. Царь ждет ту, которая была рождена для него. Спасибо, спасибо, Отец, спасибо за Сына, которого мы увидим в этом новом поколении, что наши дети, они воплотят Иисуса в свою жизнь. Когда люди будут встречаться с ними, это будет Иисус, это будет помазанный, рожденный на эту землю Царь,
через это поколение. Спасибо Тебе за то, что Твое имя Иммануил, Бог с нами. А если Ты с нами, Ты с нами, Ты в нас, Ты в нас, Ты в нас, Ты в нас. Твой Дух в нас. Это огромная лавина Твоего Духа, она в нас. Она в Твоих детях. Спасибо Тебе, родной. О, спасибо. О, что Ты зажигаешь еще больше. Бог, Ты не просто зажигаешь. Уже не то время, где Ты просто касаешься, и мы переживаем какие-то мурашки. Это не то поколение, Бог. Это поколение, которое будет possessed by their God. They're gonna be possessed. Oh, they're gonna be possessed. О, Отец, спасибо. Спасибо. Мы видим это. Мы пророчествуем это. Мы не просто ожидаем. Мы видим это прямо сейчас. Прямо сейчас. Это семя поднимается из земли. Это семя поднимается из земли. Оно расцветает. Оно приносит свой плод. Спасибо, родной. Спасибо за то, что каждое из этих слов, оно верное. Что ни одно слово, вышедшее отсюда, оно не вернется пустым тебе, Отец. За то, что это поколение, это слова Твои, Бог. Слова, которые Ты выпустил. Слова, которые Ты сказал. Отец, спасибо. Спасибо Тебе, родной. Мы молимся Тебе не просто, чтобы этот зал заполнился, Бог. Мы просим Тебя, чтобы церковь, она перетекла в домашние церкви. Мы пророчествуем и говорим это, Бог. Потому что я вижу, как молодые люди, они начинают собираться по домам. Это будет абсолютно другое движение. Они будут собираться по домам, потому что прихождение просто в церковь, оно больше не удовлетворяет. Это поколение хочет быть собранным Богом в атмосферу неба. Это поколение хочет видеть сверхъестественное. Это поколение хочет встречаться с Иисусом лицом к лицу. Это поколение говорит: Иисус, открой мне дверь, открой мне дверь, открой мне дверь, Царь. Я хочу войти туда, я хочу прикоснуться к Тебе, я хочу брать откровение от Тебя, я хочу, я хочу. О, это лестница Иакова, по которой эти дети будут подниматься и спускаться. Это лестница Иакова, это лестница Иакова. О, Отец, это лестница Иакова. Она столько лет была пустой, но пришло время, когда это поколение начнет подниматься по этой лестнице, подниматься через порталы Святого Духа, через порталы Святого Духа. Это поколение будет захвачено Тобою, Твоей славой, о, Твоей жизнью. О, спасибо! О, я говорю спасибо! Потому что только этим защищается моя душа. Только этим, Бог, только этим мы кормимся. Только Тобой мы насыщаемся. Только Тобой мы удовлетворяемся. Только Тобой, Отец. Я просто сейчас, Отец, специфически прошу Тебя за нашу конгрегацию, именно за нашу локальную церковь, Отец. Я прошу Тебя, пускай сейчас придет новая волна надежды, новая волна надежды. Пускай у нас откроются глаза, увидеть то, что делаешь Ты, увидеть то, что нарисовал Ты для нас, что приготовил Ты для нас. Куда Ты ведешь нас, Отец? Пусть укрепятся наши ноги, укрепятся наши руки, пусть наш голос станет твердым, пусть наши глаза будут как глаза орла, которые видят, пускай наш слух станет твердым.
станет четким, Отец. О, я прошу Тебя, Бог, пусть Твоя крепость будет на этой церкви, потому что Ты верный Бог. Ты верный Бог. Ты верный Бог. Ты всегда доведешь до конца то, что Ты начал. Спасибо, что мы увидим плоды того, к чему Ты призвал нас. Спасибо, что мы увидим. Мы увидим. Мы увидим. Наши глаза, как говорил Иов, не чьи-то другие, но наши глаза, мои глаза, мои глаза увидят полноту Бога в этом поколении. Мои глаза увидят, мои глаза. Спасибо, любимый. О, Ты действительно любимый. Мы никого больше не можем назвать так, только Тебя. О, безумно, безумно, безумно влюблены в Тебя. Безумно влюблены в Тебя. О, безумно, 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 безумно. Ты стоишь всего. Агнец, Ты стоишь всего. Ты стоишь всего, любимый. Ты стоишь всего. Ты стоишь нашего посвящения. Ты стоишь того, чтобы ждать. Ты стоишь того, чтобы продолжать задавать вопросы. Ты стоишь того, чтобы искать каждый день. Ты стоишь, Бог, Ты стоишь. Бог, мы часто устаем, но приходишь Ты и одним взглядом покоряешь. Одним взглядом покоряешь и говоришь: я здесь, я в вас. Я вас, я избрал вас для себя, я родил вас для себя. Вы мои, вы мои. Спасибо, любимый. Спасибо за то, что мы твои. 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 А Ты наш. Спасибо, Царь. Спасибо, любимый. Я так хочу поцеловать Твои ноги. Я так хочу, любимый. Просто целовать Твои ноги, Иисус. Просто целовать Твои ноги, любимый. Я так хочу, я так хочу. Просто омывать их своими слезами, потому что Ты достоин, любовь. Ты достоин, святой, Ты достоин. Ты достоин, Ты достоин. Ты достоин всего, всего, всего. Я не хочу ничего оставить себе, ничего, любимый. О, для нас состояться, это войти в Тебя и раствориться в Тебе. Это все, что мы хотим. Бог, Ты ответишь на наш голод. Я верю, что Ты ответишь на наш голод. Мы не зря столько лет кричим. Мы не зря столько лет ищем. Не зря Ты ответишь на наш голод. Ты придешь к нам, как Ты еще не приходил никому. И мы будем просто смотреть на Твою славу, на то, кто Ты есть. Ты захватишь нас до сумасшествия. Мы просто растворимся в Тебе. Просто потеряемся в Тебе. Это все, что мы хотим. Спасибо, любимый. Спасибо. Спасибо, святой. Спасибо, святой. Возрасте, Бог. Вся моя жизнь отдана Тебе. У меня
меня нет плана Б, у меня нет других опций. Всю ставку моей жизни я сделал на Тебя и Твою славу. Если у кого-то есть опции, Бог, у меня их нет. Нет ни мостов, нет ни планов. Ты единственная цель, ты единственная мечта. И у меня нет никакого другого выхода. Я буду ожидать Твою славу. Я буду говорить о Твоей славе. Я буду говорить, что церковь еще не знает, что такое церковь, которую строит Иисус. Мы видели все гибриды, смеси, имитацию, где вмешивается рука человека, где примешаны амбиции, гордость, деньги, зависимость, свое «я», позиции. И туда примешано Бог, туда примешана слава, но мы скоро увидим. Мы увидим то строение, которое Иисус сказал Петру: «Я построю церковь». Мы скоро увидим церковь, которую не мы строим, не руки человека строят. Мы увидим что-то, что строит сам Иисус. И никакая тьма, никакой ад не устоит перед церковью самого Иисуса. Любимый, мы просим за Сиэтл, мы просим, Господь, за эту церковь, Господь. Мы просим за нашу локальную, Господь, мы тело. Любимый, мы просим Тебя, захвати. Пусть это станет эпицентром, Бог, эпицентром Твоей славы. Любимый, просто посети нас еще раз и еще раз. Мы жаждем быть захвачены Тобой. Мы отложим все, Бог, неважно ни работы, ни наши планы, ничего. Излей от Духа Твоего на всякую плоть. Излей, любимый, настолько сильно, что когда придет Твоя слава, все, что мы будем хотеть, это быть с Тобой. Не выходить из славы Твоей. Пусть придет огромное пробуждение среди молодого поколения, Господь, в Вашингтоне. Мы просим Тебя, Отец, подними из них тех, которые будут пророками, евангелистами, апостолами, будут устами для своего поколения. Подними своих чемпионов для этого поколения. Мы молимся о наших детях. Мы отдаем их еще раз в Твои руки. И мы говорим, это поколение будет служить Тебе. У них нет другого шанса, потому что за их спинами стоят их родители и посвящают их Тебе, Иисус. Мы отдаем их Тебе. Еще раз и еще раз. Наши дети тотально и радикально посвящены и проданы Тебе. Мы благодарим Тебя, любимый. Да будет так. Да будет так. Да будет так. Амин. Воздайте Ему славу. Воздайте Ему славу. Спасибо Тебе, любимый. Спасибо Тебе, любимый.